Хорошо, дорогие друзья, я думаю, мы начинаем второе отделение с того, что сейчас вот я послушаю, чего они нарепетировали с Мишей Грайфером, и как это все звучит. Для меня это ново и очень как бы... Ну, интересно, Миша — это один из моих талантливых учеников, он у меня отучился, не знаю, года... Год ровно. А потом ушел учиться дальше. Ну ладно, тогда мы будем только сразу микрофон заниматься любовью, да? Когда, ребята, самый возраст позволяет, как раз, значит, займемся любовью. Вот, причем как, ребята, не как-нибудь пошлым образом, а в жанре романса. А романс, ребята, все-таки тогда романс, который открывает какой-то секрет. Вот всегда как-то очень условно нарисован, какими-то большими пятнами такими романс нарисован, но в то же время в нем должна быть раскрыта какая-то маленькая тайна. Вот, то, что люди, например, не знают чего-то о чувствах, которые они испытывают, вот тогда романс. Потому что просто «я тебя люблю, ах, ты меня не любишь» — это, в общем, так сказать, ну, настолько обыденно, что перестает волновать. Надо, чтобы что-то было открыто. И вот, понимаете, вот всегда скромный автор так или иначе из своей собственной жизни печальной извлекает какой-нибудь урок, где тебе хорошенько досталось по шее, так сказать, по случаю взаимного непонимания, и вдруг оказывается, что это может стать неплохим романсом. Понимаешь? Вот. И тогда я могу его смело вам предъявить. Слегка, так сказать, конечно, поглаживая шею, по которой я получил при непосредственном знакомстве с фактами жизни по этой линии. Так что там длинно говорить, когда нужно прямо вам это спеть, а уже вы такие чуткие люди, я надеюсь, все это поймете. Любовь стараясь удержать, как саблю тянем мы ее. Один к себе за рукоять, другой к себе за острие. Один к себе за рукоять, другой к себе за острие. Любовь стараясь оттолкнуть, на саблю давим мы вдвоем. Один эфесом, другу в грудь, другой под сердце острием. Один эфесом, другу в грудь, другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой не в силах больше удержать, когда-нибудь любви другой возьмет охотно рукоять. Когда-нибудь в любви другой возьмет охотно рукоять. И рук, сжимающих металл, ему ничуть не будет жаль, как будто он не испытал, как режет сталь, как ранит сталь, как будто он не испытал, как режет сталь, как ранит сталь. Ну, не очень понятно спел, ребята, потому что сразу надо сказать «сабля», «любовь». Вот эти вот с первых тактов не знаете, что речь идет о сабле, который держит то так, то это. Ну, ладно, со следующего раза, ребят, пока вы, значит, ее как будто немножко запомнили. И тебе и будет малюсенький, да? Ну, что, осторожно. Про любовь. А кто еще у нас? Лебединая. Да, лебединая. Ну, лебединые, братцы, это тоже, конечно, в жизни каждого из нас. Есть такая разлука, может быть. Ну, вот и была, конечно, разлука. Ну, это, конечно, про лебедей. Про лебедей. Называется «Лебединая песня» не потому, что больше никакой у меня не будет, хотя мне еще 90 лет нету, я надеюсь, еще что-нибудь, может быть, и напишу. Да, спасибо. Вот. А тут она лебединая, потому что действительно вот про лебедей. Да.
просто крылья устали. А в долине война, ты отстанешь от стаи, улетай же одна. И не плачь, я в порядке, прикоснулся к огню. Улетай без оглядки, я потом догоню. Звезды нас обманули, дым нам небо закрыл. Это подлая пуля, тяжелей моих крыл. Как сверкается, Боже, свет последнего дня. Мне уже не поможешь, улетай без меня. До креста долетели, ты туда, я сюда. Что имеем, поделим, и прощай навсегда. Каждый долю вторую примет в общей судьбе. Обе смерти беру я, обе жизни тебе. Ждать конца тут не надо, нет, пока я живу. Мой полет и отраду уноси в синеву. Слышишь выстрелы ближе, видишь вспышки огня. Я тебя ненавижу, улетай без меня. С этой песенкой уехала милая женщина. Я знал, что она носит ее в сумочке и читает своим подругам, когда они где-то встречаются. Ну, там так и кончилась, значит, жизнь. Не какая-то тоненькая, но очень давняя ниточка прервалась. Ну что, ребята, мы живем, значит, наши струны тоже имеют привычку где-то обрываться. Ну и что-нибудь веселое. Да. Евгений Данилович, не спешите. Ну там же про любовь есть еще третья песня. Ну, во-первых, тут мне на вас как бы настучали в перерыве. Говорят, вас в рождественскую неделю видели в художественном фильме «Зимний...» чего? Роман. Вот. Да, вот вы как раз исполняли эту самую лебединую песню. Вот эту песню вы сейчас и слышали. Евгений Данилович, вы правда там на гитаре играли сами? Я сам удивился, но я там играл на гитаре. А если вы увидите в следующей картине, что я прыгал с парашютом, то так оно и есть. На то и кино, понимаешь? А то на кой черт платить деньги за кинематограф? Вот. И что уж, обязательно приглашать вас или Мишу, который, так сказать, конечно, много лучше меня играют на гитаре. Но на экране все видят, что я играю на гитаре вполне пристойно, не правда ли? Вот. Так что вы, конечно, можете выступить в печати. Вот, как человек авторитетный сказать, да этот Данилович, понимаешь, у него слуха нет даже в мочке уха, не то чтобы где-нибудь там. Вот. И все это вот подделка и так далее. Никто вам не поверит, потому что меня видели на экране. Я считаю, что я был неотразим, красивый, нечего так обидно улыбаться. И поэтому все верят, что вот я уже хорошо сыграл. Отлично. Так что смотри, это мы уже пили. Так, а неужели ты не знаешь? Только неужели там, ты не знаешь? Там бой-то какой должен быть. Любовь заоблачная птица. Неужели ты не знаешь? А крылья птицы я и ты. Нужны мы оба этой птице, чтоб ей скалы не разбиться. Нужны мы оба этой птице, чтоб ей не рухнуть с высоты. Неужели ты не знаешь? Нельзя крылу оставить птицу, недельку где-то покрутиться и посмотреть на белый свет, потом вернуться к милой птице, ну, извиниться, повиниться. Спешишь вернуться к милой птице, а птицы в небе больше нет. Неужели ты не знаешь, мы, чтобы птица не упала, не в разнобой и как попало, а дружно взмахивать должны, чтобы могла царица птица своими крыльями гордиться. Вот молодец и молодица во всем согласны и равны. Неужели ты не знаешь,
трехкрылой птица быть не может. И в нашу пару нам не гоже кого-то третьего принять, переломав друг другу перья и никому ни в чем не веря. Мы рухнем на землю с птицей разом и не поднимемся опять. Неужели ты не знаешь, любовь заоблачная птица? Неужели ты не знаешь, а крылья птицы ей ты? Нужны мы оба этой птице, чтоб ей скалы не разбиться. Нужны мы оба этой птице, чтоб ей не рухнуть с высоты. Пам-пам. Подарок молодым хозяйкам-то. Старики должны поучать, понимаете, все время. Вот. Ну и потом, понимаете, как раз настало такое время, когда я в этом жанре могу переходить к обобщению опыта, к поучению юношества. Понимаете, вот так. Кто умеет работать, тот работает, кто не умеет, тот учит других. Ну, значит, а еще одна песня про любовь была, правда, в соавторстве написанная. Кстати, сегодня мы вспоминаем не только Лепского, а еще и Самойлова, да, и Слуцкого одновременно, да, 23 февраля, это вот день памяти такой вот группы товарищей, одновременно День защитника Отечества. И давайте мы песню про любовь, написанную в соавторстве с Самойловым и Слуцким. Я вот. С удовольствием, но она уже очень трагическая. Вот я, понимаете, боюсь, так сказать, в этом отношении немножко так настроение подпортить. Ну и потом я единственный оставшийся в живых автор, который точно может сказать в этой песне, чья строчка, вот это Слуцкий, а это Дэсик Самойлов, а это я. Вот это потому что мы так отталкиваем друг друга от листа бумаги, как у Крыниксы перед рисунком. Значит, каждый записывал свою строчку. Просто дурачились, конечно, потому что мы сидели, занимались серьезным делом, работали по заказу радио, там денежки какие-то зарабатывали. А когда немножко уставали, то Дэзик подходил к своему старенькому пианино, вот, и мы что-нибудь, так сказать, коллективно отпихивали друг друга, что-то такое. Но получалось, потому что так или иначе, хочешь ты или не хочешь, дурачишься ли ты, признаешь ты какой-то новый жанр или нет, так и сяк, понимаете, если вы в дверь не пускаете реальную действительность, она в окно проникнет, понимаете, и где-нибудь так или сяк зацепит так действительно какой-то ноткой правды жизни. Вот. Так что, в общем, братцы, это, наверное, оправдывает ее существование. Вот такая песенка, которая романтическим названием «Привели в отделение милиции», да, как будет? Привели в отделение милиции, где паркет и пакет и портрет. Девчоночку в платьице ситцевом 18 и с чем-нибудь лет. Ах, девчонка ты, девчонка, до чего ты себе довела? Ведь папаш твой был управдомом, а мамаша кассиршей была. Но явился подлец-соблазнитель, фраер видом леговой душой. Угощал он тебя шоколадом, говорил, что он техник зубной. Обещал он, конечно, жениться. Оказалось, что сам при жене он похитил подлюга невинность на девичьей твоей простыне. Я в притоне спозналась с ворами, полюбил меня Федька цыган. Только ночью осенние знаю, как умеет любить хулиган. В ресторане второго разряда мы сидели с цыганом вдвоем. Вдруг я вижу, подлец-соблазнитель угощает девчонку вином. Я цыгану его показала, он решил отомстить за обман. Я прошу вас по личному делу, говорит ему Федька цыган. Испугался подлец-соблазнитель, но мелькнула пера на лету, и горячая кровь покатилась по его дорогому пальту. Вы послушайте, граждане судьи,
вы судите меня заодно, потому что без Федьки цыгана не желаю я жить все равно, потому что без Федьки цыгана не желаю я жить все равно. Почти народное коллективное творчество, да? Даже доктор в крахмальном халате от слезы воздержаться не мог. На железной больничной кровати умирал молодой педагог. На железной больничной кровати умирал молодой педагог. Мне лекарства теперь не давайте, докторов не пускайте ко мне. На железной больничной кровати я умру, отвернувшись к стене. На железной больничной кровати я умру, отвернувшись к стене. Не дожил, не допел и не допил, а уж печь раскаленная ждет, и никто мой трудящийся пепел получать никогда не придет. И никто мой трудящийся пепел получать никогда не придет. Это, ребята, просто из уважения и почтения к присутствующей здесь публике самого младшего возраста за его удивительное терпение, что никто из них не начал там как-нибудь особенно шуметь, выражая свое неодобрение или там другое отношение к этому делу. Вот так что просто из уважения к нашим самым младшим зрителям я прошу их выслушать мою песню, которая называется «Малюсенький моллюск». У меня знакомых в море много, прямо ими я не нахвалюсь, в том числе миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Я и не бываю одиноким, а ведь это в жизни крупный плюс. У меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Не перебивая всю дорогу, разве что я сам остановлюсь, слушаю миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Их просить не надо, а подмоги, никого я в драке не боюсь, за меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Вот и получается в итоге, что устроил всех такой союз. Счастливы миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Тира-да-ра-дам, барим-бам-бим-бам-пам, пара-барам-бам-пам. Ну, видишь, как это. Так, еще что-нибудь у нас есть про любовь? Про любовь, конечно. Да. А рыцаря мы споем будем, да. В конце, для этого надо будет выйти некоторым участникам процесса. А сейчас, пока никто не выходит, можно спеть про козу. Про козу. Это да? Же про любовь же. Да. Ну тут, ребята, несколько слов я должен буду вам признаться. Значит, что как же я такой вот совершенно непечатный нигде автор все-таки прожил такую длинную жизнь. Я попал на дубляж, вот на самую скромную в кинематографе работу. Мы жили при Малокартимье, наша огромная страна, одних республик было там, кажется, 18, и выпускали 7 фильмов в год художественных за все про все. В основном шли картины, значит, трофейные какие-нибудь, краденые, обмененные и все такое прочее. Значит, дубляж шел в основном. И мы старались кинематографисты, чтобы хотя бы это было качественно сделано. Ну, в частности, там во многих картинах были песенки, и все-таки старалась дирекция, чтобы это было качественно, и режиссеры были заинтересованы, чтобы публика, выходя, что-нибудь напевала
там из наших мелодий, и чтобы улица пела. Никто меня не донимал особенно с точностью текста. Вот, мне полагалось, разрешался порезвиться, но надо было, чтобы действительно, ну, хоть чуть-чуть там, не знаю, улица запела. Вот. И он много было каких-нибудь песен, например, «Бродяга я, та-ра-ра-рам, бродяга я, та-ра-ра-рам». «Всегда влетет меня вперед, звезда моя, бродяга я». Радж Капур, да? Ну, Лолита Торрес, вот, там, не знаю, «Нет, не надо ни руки, ни взгляда, мы чужие, ты меня забудь», там и так далее. Вот. Ну, и, значит, все эти тексты русские были мои, вот, и публика их, значит, отчасти даже и пела. Вот. А сам текст, в оригинале тексты были часто очень слабые, чего не скажешь о музыке. Музыка держалась на хорошей высоте. Ну вот, в частности, значит, я хочу вам показать пример. Вот, например, значит, был фильм с Лолитой Торрес «Жених для Лауры». И там она поет в деревенском костюме, поет, хорошо пританцовывая, какую-то веселую, бодрую, звонкую девичью песенку. Ну, я посмотрел буквальный перевод. «Каких красавиц родят наши села, какие мужественные парни вырастают на наших нивах, вот, какие там обильные виноградники, какие там прекрасные песни». Ну, что тут переводить, понимаешь, вообще как? Правда, значит, какое-то зернышко было, что девушка поет о себе, что вот она невеста, но бедная невеста, у нее приданого нет, кажется, козочку вот она имеет, значит, от отца. Вот, собственно, и все. Ну, поскольку мне объяснил умный, хороший юрист при встрече со мной в пивной, который, увидав мое печальное лицо, узнал, в чем дело, и сказал: «А что у тебя в договоре написано?» Я говорю: «В договоре у меня написано, значит, что я должен сделать перевод песен». Он говорит: «А знаешь что, попроси их написать другие слова». И написал мне на салфетке: «Русский текст песен. Вот что тебе заказ». И говорит: «Им же будет все равно». А у меня руки стали свободны. Я был развязан, уже не стал зависеть от оригинала, от перевода прямого. Значит, русский текст. Ну, там про любовь, тут про любовь, не более того, да? И никто не стал меня уже дергать за бороду. И поэтому, значит, когда Лолита Торрес пела, я уже стал не смотреть на то, что в оригинале написано в переводе, а стал смотреть на ее игру, на сценическое поведение. Вот что она играет. Она сверкает глазками вообще. Так бойко, красиво. И ну что же она играет? Она играет вот сейчас пробудившиеся в девочке ощущение женственности и какой-то власти над мужиками. Понимаешь, вообще вот такое вот у нее чувство, что ей очень многие какие-то довольно дерзкие шутки сходят с рук. Вообще вот такое вот. Ну, значит, и я ей, значит, сделал текст, который Зиновий Ефимович Герд между куплетами за кадром вот прочел в том же ритме, и, так сказать, что-то публика могла успеть запомнить. А некоторые барышни приходили там, я имел такие письма по 4-5 раз, чтобы успеть записать текст с экрана, да, чтобы петь самим. Вот. Ну, а у Лолиты Торрес «Возраст любви» были миллионные тиражи пластинок с моими текстами, русскими певицами. Но тогда авторского права у нас в России не было, вот, и мне не полагалось ни копеечки даже за такую пластинку, хотя на ней был написан русский текст Аграновича. Самыми крохотными буквочками, какие только можно было найти в типографии, но было написано. Вот таким вот образом. «Девушка, я из семьи небогатой, руку свою предложил мне кузнец. Нет у него ни землицы, ни хаты, только козу подарил мне отец. Все говорят, что собой не дурная, ручки и ножки, коса и глаза. Но проживет ли семья молодая, если в хозяйстве одна лишь коза? Я на пригорке стою с хворостиной, честно пасу нашу козу, а по шоссе дорогие машины взад и вперед пролетают внизу. Шины скрипят, тормозят кадиллаки, люди выходят и пялят глаза. Что же вас тут удивило, зеваки? Верно, рогатая эта коза. Ах, виноват, неполадки в моторе, мне раздаются в ответ голоса. Вечно с машинами этими горе, именно там, где пасется коза. Милый кузнец, я уже ей тоскую, можем безбедно прожить мы с тобой, лишь по ремонту машин мастерскую возле козы на дороге открой».
Ну и что, у нас есть еще несколько песен новых совсем. Мы что-нибудь покажем? Да, 4 новых песни. Опять Миша Грайфер играет. Ну-ка, Миша. Вчера прекрасно играл. И позавчера тоже. Ну, может, и сегодня удастся? Ну, понимаешь, если он выпит накануне. Вот не ему больше. Ну, он, понимаешь, он не говорит, он же зашитый. Так. Ну, значит, что у нас? Ну что, к единости, к идейности. Та-та-та-там, бам-пам. Идейности, к идейности нам предначерта. К единости, к идейности нам предначертан путь. Какой-нибудь партийности нам следует примкнуть. Вот закипает кашица и пригорит опять. И как-то вдруг покажется, что нечего и ждать. Молчит судьба пророчица, и что там впереди? На мир глядеть не хочется, на небо погляди. Меня в научной косности земляк не упрекни. Но в обозримом космосе мы, видимо, одни. В холодной мгле летим мы все, наш космолет Земля. Займемся совместимостью команды корабля. Начнем с рукопожатия, с вопроса, как дела, с простейшего понятия насчет добра и зла. Обнимем без смущения всех женщин и мужчин, как инструмент общения кувалду исключим. Разгоним стужу лютую, чтоб не могла земля остыть до абсолютного проклятого нуля. Пусть хватит человечности на звездный океан, ведь на ладонях вечности мы горсточка семян. Ведь на ладонях вечности мы горсточка семян. Да, ну тут немножко, может быть, это такая, ну что ли, опыт хорошо темперованного клавира. Значит, какая-то такая тренировка для пальцев. Может быть, просто... Ну и возможности языка надо показать, может быть, при случае. Или уже когда все умеют писать стихи, вдруг кто-нибудь один должен показать, что все-таки бывает еще и какая-то виртуозная, да, запись. Вот. Ну, а так вообще... Сюжеты тут в этой песенке существующие вымышлены. Вот все сходства с какими-нибудь реальными, да, событиями или личностями считаются совершенно случайными. Да? Птичьи стаи с крыши храма упрекают Далай-ламу. Храм стоит не очень прямо, у него нога хромая, ты ударом пятки лама отломил кусочек сваи. Что отстаивают стаи, что отламывают ламы, что усваивают сваи, как прихрамывают храмы. Есть в горах колдун могучий и довольно грубый малый, кто раскручивает кручи, кто раскалывает скалы. Убегаю в лес суровый, но и там понять не смею, что высовывают совы, что высмеивают змеи. Я барахтаюсь в обмане, из него с трудом вылажу, то выманивают мани,
кто улаживают лажу, а всего понять бы надо, чтобы стал и черт не страшен. Что выгадывают гады, что вынашивают наши, что выгадывают гады, что вынашивают наши. На концерт в заветной роще петь с друзьями ночь апрелью. Бард гитару взял попроще и забыл ее под елью. Ни дождя там и ни жара, солнце луч нежней, чем лунный. Не растрескалась гитара, лишь полопались струны. Налетел скворец бездомный на такое в роще чудо. Мой скворечник, клуб огромный, запевал, и тут я буду. Я гудел на дудке ржавой, сам себя я свистал, а в гитаре окуджавый, окуджаворонком стал, а в гитаре окуджавый, окуджаворонком стал. Все ко мне певцы пернатые, скрипачи и трубачи, мы крылаты, мы мулаты, нам бы латы и мечи. Что за птица, председятел? Уж затюкал нас совсем. Председятел, видно, спятил, лес без песен будет нем. Мне внимайте, не дыша вы, слушай лес, колонный зал. Я в гитаре окуджавый, окуджаворонком стал. А потянет в небо что же, догоняет свою мечту, только жаворонок может петь в полете на лету. Ни в музее, ни в ломбарде семиструнная сестра помнит все о брате Барде у погасшего костра. И когда уйти случится, как Булат надувал сам, возвращайте песни птицам и скворешники лесам. Возвращайте песни птицам и скворешники лесам. Торжествует председател, заверяет комитет, никакого окуджавы у державы больше нет. Ах, простите, вы не правы, поспешили, ваша честь, тут в гитарах окуджавы, окуджаворонки есть. Тут в гитарах окуджавы, окуджаворонки есть. Ангелы-хранители. А? Ангелы-хранители написаны. Ангелы-хранители, старик, не готовы. Не будем. Нет, не будем. Ну, тогда будем называть на сцену Андрея Яновского, да, для начала. Андрея Яновского попросим и сделаем. Со стулом. Пока он будет. Пока будет настраиваться и прихорашиваться наш друг Андрей Яновский. Я вам скажу два слова. Значит, совсем недавно, несколько недель тому назад, как всегда, в субботу вечером по культуре, по телевидению, у меня сейчас большущий, огромный телевизор, значит, от которого я никак не отлипну, значит, шла в какой-то раз уже моя маленькая картинка, две части, 20-минутный фильм «Отважный Робин Гуд» на мультфильмовский. Ну и когда это было заказано, вот мультфильм режиссер решил сделать о Робин Гуде, вот. А ему хотелось, чтобы все было так, как в спектакле на улице Горького, в театральном, вообще, как можно ближе. Вот. Но я подумал, ну что же, ребята, 800 лет пишет мировая литература об этом прекрасном образе. И уж кажется, все уже перепробовано, по 20 раз переделано по-всякому. И скучно мне, ребята, стало. Я думал, а чего не хватает? И подумал я так, во-первых, не хватает, значит, почему так много лет жив этот человек, да? Вот почему. И песенка на этот вопрос ответила, вы ее сейчас услышите. А во-вторых, значит, я подумал о том, что не хватает образу
ну, как сказать, интеллектуальности, что ли, духовного блеска. Понимаете? Потому что то, что он лучше всех стреляет из лука, по тем средневековым временам, конечно, этого было достаточно. Отнимает у богатых, раздает бедным. Ну, ладно, все это понял. Но так, чтобы у него был блеск, так сказать, чтобы пошел по свету анекдот о его великолепном, так сказать, юморе и способности одурачить вообще церы всех шерифов там и так далее. Ну, вот и такого рода, значит, вещи я тоже, значит, придумал. Ну, вот я, значит, хочу, конечно, чтобы сначала вы послушали песенку нашу, значит, с Яновским, а потом я вам скажу, как я вышел из положения для того, чтобы интеллектуальный блеск у образа этого великого народного вождя из моего маленького мультфильмика тоже как-то вышел на волю. В уютном старом кабаке, да с кружкой крепкого в руке, чего нам не хвата, а сердце мается в тоске о знаменитом вожаке, о настоящем мужике, великая тоска. Мой друг, мы здесь в лесу одни, полночную порою. Ту тайну свято ты храни, что я тебе открою. Свершили в чаще колдуны над Робин Гудом чудо. При свете солнца и луны нет смерти Робин Гуду. В костре он будет невредим, из битвы выйдет целым, и от стальной его груди отскакивают стрелы. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-па-па-па. Нет, ложную, ты слышал весь сосед об этом чуде. Наш Робин должен пить и есть, как все на свете люди. Как ты да я, он не стальной, ничуть других не тверже, и, может быть, пронзен стрелой или мечом повержен. Тогда над ним склонится друг из близких самый смелый, и из его остывших рук он примет лук и стрелы. В заветный рог он затрубеет над рощей Шервуда, пока он схватки не убит, он будет Робин Гудом. Ты можешь Гудом стать, сосед, может, я и вот почему на тысячу лет нет смерти Робин Гуду. Вот почему на тысячу лет нет смерти Робин Гуду. И вот представьте себе Ноттингам, замок, раскрытые двери, у которых два стража стоят и монотонно возглашают на всю улицу: тысячу золотых тому, кто доставит Ноттингам голову Робин Гуда. Тысячу золотых тому, кто доставит. Ну, так в толпе проходит молодой человек, долговязый, худенький, в коротком зеленом плащике, шляпка с перышком. Слышит эти слова. Тысячу золотых тому. Остановился, обернулся и решительно входит в дверь. Там его встречает судья, такой тучный, могучий мужик. Голос за кадром, голос у дверей повторяет, глаза у дверей повторяет: тысячу золотых тому, кто доставит. Юноша подходит, низко кланяется, учтиво кланяется судье и говорит на слова: кто доставит голову Робин Гуда. Мальчик протягивает ладонь и говорит: отсчитайте, ваша честь. Тот говорит: а где же голова? Заглядывает ему за спину, где висит у него какая-то авоська. Тот говорит: вы не туда смотрите, ваша честь. Она на мне. Судья был тучный мужик, так сказать, с коротким мечом у пояса. А юноша был вооружен только своим именем. Но имя это было так страшно, что судья попятился, а молодой человек следовал за ним очень вежливо, но настойчиво протягивал руку и под крики у дверей говорил: надо держать слово, ваша честь. Это Ноттингам. Голова Робин Гуда тут. Кто ее доставил? Пожалуйте денежки. Следующий кадр. Судья стоит у окна и видит, как вдали между дубами мелькает зеленый плащ убегающего Робин Гуда. Судья говорит: вон бежит негодяй Робин Гуд. Если б был у меня пистолет, но, увы, его изобретут только через 400 лет. И это с треском вылетает из картины. Вы угадали, почему, да? Откуда он может знать, что через 400 лет будет пистолет? Вот таким вот образом. Такое отношение к художественному, значит, творчеству. Вот, но, тем не менее, значит, по крайней мере, хотя это не вошло в картину, вот вам, например, я имею возможность, так сказать, рассказать, как это было на самом деле.
Так, и не что? Не выйдет в эту ночь. И уже начинаем общий бой, да? Мы Володю зовем? С места. С места. Он будет помогать. Хорошо. Да? Не выйдет в эту ночь на работу небритая больная луна. Не спляшут светляки по болоту, и будет ночь ужасно темна. Ужасно, ужасно, ужасно темна. Ужасно, ужасно, ужасно темна. Сгорят все спички, лампы и свечи, все пробки, фонари, провода. И высохнет в галактике Млечной последняя живая звезда. Живая, живая, живая звезда. Живая, живая, живая звезда. Светящиеся разные гады, что плавают в глубоких морях и тысячи электрических скатов в одну минуту перегорят. В минуту перегорят, в минуту перегорят. И может, хоть тогда ты заметишь то, что сейчас тебе невдомек, что есть еще последний на свете мерцающий во мне огонек. Последний, последний во мне огонек. Последний, последний во мне огонек. Неудачи и удачи, да? Неужели в наше время от постыдных суеверий, бесполезных в полной мере, человек неизлечим? То присядем на дорожку, то отступим перед кошкой, то плюемся понемножку, то по ней стучим. Эта чушь вам не поможет, от нее храни вас Боже. Суеверным быть негоже в трудном жизненном пути. Повезет вам только стоит, соблюдая все устои. Заклинание простое в нужный час произнести. Неудача отвернется, а удача улыбнется. Неудача промахнется, а удача попадет. Неудача отвратима, а удача уловима. Неудача шпарит мимо, а удача у ворот. Был привязан к жерлу пушки, был у снайпера на мушке, оставался без полушки между мчащихся колес. Сохранил живую душу, жив остался, потому что я порядка не нарушил, четко и ясно произнес. Неудача отвернется, а удача улыбнется. Неудача промахнется, а удача попадет. Неудача отвратима, а удача уловима. Неудача шпарит мимо, а удача у ворот. Если в горе и тревоге не находишь ты дороги, и в тумане безнадёги видишь новую беду, если рухнула планета, не видать нигде просвета, я прошу чихать на это и всегда иметь в виду. Неудача отвернется, а удача улыбнется. Неудача промахнется, а удача попадет. Неудача отвратима, а удача уловима. Неудача шпарит мимо, а удача у ворот. На Арбате, на добром старом Арбате против театра Вахтангова роскошный дом стоит, такой, конечно, коммерческий дом, столетний уже, конечно, дом, вот замечательный дом. И там есть архитектурное излишество, в нише пятого этажа стоит страж, бронзовая фигура рыцаря. Да? Я сам-то, я буду, ребята, как раз арбатский пацан, я там вырос, это была моя школа. Возле этого вот дома, это был Кривоарбатский переулок. Ну и я помаленечку, по одному куплетику, знакомясь с этим рыцарем, какой-нибудь куплетик о нем сочинял, последний уже даже совсем недавно. Вот мы с Александром Николаевичем, не даст соврать, мы с Александром Николаевичем во время
арбатского такого действа по случаю Акуджавы. Там был выстроен помост у театра Вахтангова. На обе стороны Арбата сияли два огромных экрана с нашими физиономиями поющими. А под нами была, так сказать, целая улица москвичей. И я их попросил оглянуться и увидать, посмотреть на рыцарей над их головами. А у рыцаря спросил, вот, можно мы споем о тебе, у нас песенка есть. И рыцарь, представьте себе, значит, кивнул. Вот Александр Николаевич подтвердит. Статуя кивнула. Так вот, значит, эта самая песенка есть. С надменным видом феодала взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало. Внизу не видно что-то лад. Среди прохожей молодежи найти друзей мечтает он. Галантных юношей, похожих на рыцарей былых времен. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Он понапрасну время тратит, других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили ели, плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, заветы рыцарства храня. Конечно, ты проводишь, милый, пешком в Сокольнике меня. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Я буду спать в своей кровати, а он вас и может провожать. Тут на углу под светофором один не в меру смелый тип с большим душевным разговором прохожей девушке прилип. Она мне крикнуть не посмела, я понял все, едва взглянул. И возмущенный до предела я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Скандала мне совсем не кстати, а он вас должен защищать. Я в переполненном вагоне сижу удобно у окна, а стоя рядом тихо стонет старушка хрупкая одна. Я не могу смотреть на это, за вас в беде я постою. Я вам спешу помочь советом и точный адрес вам даю. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Свое местечко на фасаде он вам, мадам, готов отдать. Конечно, песня вам солгала, и краски слишком сгущены, что больше рыцарей не стало, вы думать вовсе не должны. За эту шутку не судите, не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, я назову вам, например. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Вот так. Ну, это наша клубная общая песенка. Ну, музыка из дубляжа, значит, взята. Ну, а текст уж, конечно, все совершенно. Кроме того, что фигурирует слово «любовь», по-итальянски остальное все ваш покорный слуга, значит, помаленечку, по куплетику, обижая то одного, то другого из своих друзей по клубу, вот, кое-как, значит, сляпал.
Янти, подай и сардин приготовь, у вас тут неплохо у моря. Да, кстати, как по-итальянски, любовь, аморе, аморе, аморе. Я за ночь постиг итальянский язык, важнейшее слово я выучил миг. Аморе, аморе, важнейшее слово я выучил миг. С любовью, с любовью, важнейшее слово я выучил миг. Садовник растит апельсиновый сад, с любовью, с любовью, с любовью. И кормит старушка десяток котят, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Поет под окном у девчонки певец, с любовью, с любовью, с любовью. И золото ночью считает купец, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Скитается рыцарь в далекой стране, с любовью, с любовью, с любовью. А дева стареет все в том же окне, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Мой милый, хоть раз на жену погляди, с любовью, с любовью, с любовью. А милый бутыль прижимает к груди, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Учитель пылает в священном огне, с любовью, с любовью, с любовью. А дети уходят служить сатане, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Вокруг покупают пальто и авто, с любовью, с любовью, с любовью. Но вроде не трудится больше никто, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, по свету каждый идет со своей. Спытайте у Саши, по что похудал, с любовью, с любовью, с любовью. А он сам себя помаленьку раздал, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Все строчки и нотки друзей сохранив, с любовью, с любовью, с любовью. Сдала наша Нина всех бардов в архив, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе,
ведь по свету каждый идет со своей любовью, любовью, ведь по свету каждый идет со своей. Была городницкому рифма нужна, с любовью, с любовью, с любовью. Он рифму достал с океанского дна, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей любовью, любовью. Ведь по свету каждый идет со своей. Данилыч берет с великанов пример, с любовью, с любовью, с любовью. Он глух, как Бетховен, и слеп, как Гомер, с любовью, с любовью, с любовью. Что значит то слово для разных людей, ведь по свету каждый идет со своей. Аморе, аморе, ведь по свету каждый идет со своей. Можно было бы ничего, ребята, сколько можно до утра, можно петь эту песню, конечно. Оставить что-нибудь на завтра. Не каждому, так сказать, автору удается видеть свои строки вот так на народном памятнике. Вот. Это строки из «Офицера», и мы вам эту песенку, значит, сейчас напомним. Действительно, она уже 35 лет поется и вроде не надоела. А почему? Вранья в ней нет, ребята. Вот как ни странно, она проскочила, как была написана. Люди так привыкли уже не вникать в текст, что не обратили внимания, так не проанализировали. Что же, собственно, это значит? От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Почему не стали именами новых городов, вновь открытых звезд, там, не знаю, каких-нибудь изобретений? Просто люди даже не похоронены, понимаете, какая штука. Вот это стать землей и травой. Вот это очень жесткая довольно судьба. И я горжусь тем, что эти строки появились, потому что сейчас у меня есть такая вот, боль души, которая меня немножко грызет, и я должен с ней как-нибудь, ребята, сладить. Речь идет о вопиющей несправедливости к этим вот безвестно, даже безмогильно, в общем, погибших многих тысячах, может быть, нескольких миллионов людей, о которых мы ничего доброго, значит, официально сообщить никому не могли. По Сталину, кто помнит, уж я-то помню, ребят, хорошо, по Сталину полагалось, если сдался в плен человек, значит, предатель, изменник. Если пропал без вести, значит, воюет на стороне немцев. Вот так вот. Правда, у солдат, среди которых я провел 4 года, ребята, это норма одобрением не пользовалась. Вот, никто этого не говорил. И вот тот памятник, о котором рассказывал Володя, это, там может быть сотня имен, да, целыми фамилиями. И я, конечно, уверен, что те, кто ставил этот памятник, совершенно не отличал тех, кто получил похоронку, или было написано «погиб в бою героем», так сказать, или вообще ничего. Или во очень многих, ребят, многих тысячах или сотнях тысяч домишек за зеркалом, там, или, не знаю, за божницей хранятся пожелтевшие, рассыпающиеся листочки ответов. Не значится, в списках не состоит, да, пропавшие без вести и так далее. В общем, о людях, о которых ничего не известно. Вот только сейчас мы видим, что их выкапывают, стали вдруг показывать по телевидению. Я недавно видел, вдруг показывают где-то так пионеры с какими-то еще стариками, разрыли какой-то холм. Я вижу там, так сказать, останки. Так знаете, что меня потрясло? Они же с оружием лежат. Они с винтовками. Они дрались до последней секунды, насколько было можно. Понимаете, все. Значит, что произошло, ребята? У нас в истории 41-го года нету. Война для нас началась с подмосковного наступления. А однако огромный взнос в дело победы внесли безымянные люди, которые погибли. И какое доказательство, что они погибли с огромной пользой? А очень простое доказательство. Никаких печатей не нужно. Надо знать только две вещи. Гитлер должен был появиться у стен Кремля через, там, не знаю, 20 дней, да? А появился через 200 дней. Понимаете? Значит, кто-то полгода
200 дней кто-то держал, тормознул хорошо эту огромную армию. Вот. И вот, значит, братцы, я и хочу, значит, чтобы сказали всем людям, у которых есть такие вот записки, не значится, ведь людям же ничего не платили, даже семьям погибших таким образом людей. Вот мы должны реабилитировать, поклониться памяти вот тех, кто не вернулся. Если даже кто-то и был где-то среди чужих, так это, наверное, ребят, будет возникать жалкая доля 1%, так сказать, практически совершенно несущественной. А вот кто же полгода держал? Гудериана так и фон Бока не пустил к Москве. Вот, так что, я думаю, мы все в долгу немножко. Поэтому, вот, вспоминая, глядя на этот памятник и на эти фамилии, я думаю, половина из этих людей сейчас пройти по хатам не имеет никакой весточки, да, официальной, вот, что погиб в бою или там, или где-то похоронен. Вот и все прочее, ребят. Значит, остался вот один долг, ребята, за нами. Вот, и я думаю, что мы должны эту справедливость восстановить. Вот, собственно, на этом я бы и кончил нашу беседу, да? Время мы у вас отняли довольно много. Если что было не так, ребята, да. А офицеру споем, да. От героев былых времен не осталось порой имен тех, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, многих старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто знал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Спасибо.